Итак, дорогие друзья, сейчас наглядно покажу, откуда мы будем начинать вязание, чтобы вторая сторона нашей обвязки была зеркальным отображением другой стороны. То есть, если вот эту сторону, ну давайте условно назовем ее, сейчас я посмотрю, какая тут, где лицо, где изнанка. Вот лицо, то есть получается, что я вязала левую сторону. Сейчас мы будем обвязывать правую сторону. Левую сторону я начинала вязать вот отсюда. То есть я делала первый ряд обвязки с изнанки, чтобы следующий ряд был лицевой. Значит, эту сторону мы будем начинать вязание вот из этой точки. Это важный момент, чтобы у нас все было одинаково. И сейчас я просто положу камеру, чтобы вы понимали, где мы находимся. Вот, начнем обвязывать первый наш ряд воздушными петлями. То есть переворачиваю наизнанку, и первый ряд будет начинаться с изнаночной стороны. Итак, вот она, эта точка, и это изнаночная сторона. Делаем прикреп. Это ниточка Денди. Просто вот так прицепились. И начинаем вязать воздушками. Раз, два, три, четыре, пять. Все произвольно, все смотрим на глаз. Наверное, 6. И вот сюда в пико прикрепляюсь столбиком без накид. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть здесь все индивидуально. Количество воздушных петель зависит от плотности вашего вязания. Просто прикладываете. Я даже, честно говоря, вот сейчас не считаю петли. Ну вот, наверное, там 6 петель было, 6-7. Что мы делаем? Мы просто идем воздушными петлями по второй стороне наших вот этих мотивов, которые я уже, естественно, обвязала сеточкой. Просто идем воздушными петлями. Сколько там их, я не знаю. У меня с той стороны было 5-6. Если ваша как бы кайма будет немножко отличаться там от второй половины, ну, неточным количеством петель, да, никто этого не увидит. Самое главное, чтобы ваша кайма лежала идеально. Просто вот так вот идем по краешку наших мотивов. Совершенно произвольно. Здесь вот много. Одну петельку уберем. То есть, прикладывая наши воздушки к пико наших мотивов. Сейчас. И в пико входим и прикреп делаем столбиком без накида. Абсолютно ничего сложного нет. Конечно же, смотрите, следите, прикладывайте, чтобы не было слишком много воздушек, ну и чтобы не стягивало полотно. Вот таким вот образом движемся вот сюда, до этой точки. Вот практически я дошла до конца. Вот отсюда отступаю раз, два, в третью петлю. Цепляюсь столбиком без накида наши воздушки. Теперь провязываю
еще два столбика без накида по полотну. Это вот та кайма, которая под грудью идет. Переворачиваем вязание. И сейчас мы, получается, на лицевой стороне. Вот это лицо. Вот почему мы начали вязать воздушки с изнанки. Чтобы сейчас столбики с одним накидом у нас пошли по лицу. Сейчас ниточку отмотаю. И теперь мы уже задали высоту нашего столбика, провязав вот эти вот два столбика без накида. И теперь в каждую воздушную петлю, не под арочку, а в каждую воздушную петлю, это, конечно же, медленно будет, но я делала так, чтобы красиво все выглядело. В каждую воздушную петлю проделанной нами цепочки, уж сколько здесь петель, я не знаю, мы провязываем столбики с одним накидом. Да что такое? Будет неудобно. Крючок, кстати, у меня единичка. Вот он. И по воздушной цепочке, никуда не торопясь, идем столбиками с одним накидом, то есть идем вверх. Там, где был у нас прикреп, в местах вот здесь вот, мы тоже провязываем столбик с накидом, не пропускаем это место, этот столбик, провязываем столбики с одним накидом. Ну, думаю, здесь ничего сложного нет. Движемся вверх. Стараемся не пропускать воздушные петли. Но и не делать лишних петель. Вот. Вот таким образом. Давайте посмотрим, что у нас получается. Мы движемся вверх и встречаемся в следующем ряду. Вот здесь вот. Идем в эту точку столбиками с одним накидом. Итак, дошли мы до этой точки. Вот мы провязали сейчас вот этот ряд, если смотреть на другую сторону. Теперь у нас должна идти ряд вот этой треугольной сеточки. Как ее вязать? Вспоминаем. Мы ее уже и вязали. Я покажу еще раз. То есть перевернули вязание. Это наш хвостик, который я ввязала от начального нашего ряда. Делаем 1, 2, 3 петли подъема. Теперь 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида на крючок. В эту же точку столбик с двумя накидами не довязанный. Еще 2 накида на крючок. Пропускаем 1, 2, 3, 4 в пятый столбик. Вводим крючок, провязываем столбик с двумя накидами и еще наш недовязанный столбик. Вот у нас получился поворот из 3 воздушных петель. Потом пошел вот этот ряд уже. То есть мы сразу как бы провязываем 2 ряда. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 2 накида на крючок, входим вот сюда же, то есть мы как галочки вяжем с одной и с другой стороны, вот так, 2 накида, пропускаем 1, 2, 3, 4 в пятый столбик, провязываем столбик с двумя накидами и второй наш столбик.
Вот у нас получается треугольная сеточка. Еще раз. 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Вот так. 2 накида на крючок. Сюда же в общее основание предыдущего столбика. Столбик с двумя накидами не довязанный. Еще 2 накида на крючок. Теперь в 5 столбик. 1, 2, 3, 4. В 5 столбик вводим крючок. 1, 2. И теперь все столбики вместе. Таким образом идем до конца ряда. Итак, практически дошли до конца. Здесь буквально мне осталось докончить одну сторону нашего треугольника. Раз. Просто вот так смотрим, как наискось нам пойти. 2, 3, 4, 5. Давайте еще сюда же одну сторону провяжем. 1, 2. И, наверное, все. И сразу же сделаем прикреп к нашему основанию. Вот как-то так. Там смотрите, если у вас как-то по-другому получится, подумайте, как сделать так, чтобы вот наискось вот эта наша кайма легла. Теперь опять продвигаемся по основанию вперед, на буквально на 2 столбика, потому что там у нас пойдут столбики с одним накидом. Поэтому мы как бы петли подъема вот таким образом сделали. И переворачиваем работу. Перевернули работу. Сейчас я на этой стороне покажу, что мы, где мы находимся. Мы провязали с вами вот этот ряд, вот этот ряд. Сейчас мы будем вязать как бы сразу 2 ряда подряд. То есть столбики с накидом вот с такими вот обвязанными арочками. Сразу хочу сказать, тот ресурс, интернет-ресурс, где я показывала вам, ссылку давала на эту кайму, у меня совершенно другая кайма. Поэтому решайте сами, как вы будете вязать. Возможно, вы будете вязать без изменений, чисто по тому варианту, который из интернета. Как вы видите, у меня получилась совершенно другая кайма. Она похожа, но она другая. Итак, я провязала еще один столбик по основанию, то есть 3 столбика без накида получилось. Теперь что я делаю? Накид на крючок и опять вот этот сложный ряд. Сейчас, минуту. Итак, делаем накид на крючок. И вот эта арочка у нас предыдущего ряда от нашей сеточки. Сейчас мы провязываем 5 столбиков с одним накидом, но провязываем прям в тело, вот так как мы и вязали до этого, то есть не под арочку делаем столбики, а прям воздушные петли в тело воздушных петель. Так, 4, 5. Теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вытаскиваем крючок. Так, смотрю, куда лучше прикрепиться. И прям вот в начало нашего вязания. Делаем прикреп. Вот так. Теперь подарочку вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 воздушные петли. И под остальную половинку арочки еще
4 столбика без накида. Вот у нас вот такая, такой элемент получился. Дальше вяжем 12 столбиков. Так вот, надо так, чтобы петли были не растянутые, стараться под 2. Ну а там как получится, раз, два, три. И так вяжем 12 столбиков с одним накидом. Провязали 12 столбиков с одним накидом. И теперь проделываем то же самое. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вытаскиваем крючок. Отыскиваем 1, 2, 3, 4 в пятый столбик. Вот сюда. Вводим крючок. Захватываем петлю. Соединились. И теперь повторяем то же самое. Под арочку провязываем 4 столбика без накида, 3, 4, 2, 3 воздушные петли. И 4 столбика без накида под вторую половинку арочки. 3, 4. Так вяжем до конца ряда. Итак, дорогие друзья, вот практически я дошла до конца, что хочу сказать. Поскольку у нас здесь произвольное вязание, и у нас, конечно же, мы вязали не точно, там делали воздушные петли, потом провязывали их, и количество столбиков вот этих с одним накидом у нас, естественно, произвольное. Что я делаю в этом случае? Первую сторону я, конечно же, связала так, как лег крючок, как легла петля. А вторую сторону нам нужно связать такую же, как и первую. Правильно? Поэтому я посчитала, вот сейчас мы вяжем с вами вот эти элементы. Вот я посчитала их, сколько их с той стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 вот этих элементов, которые мы сейчас вяжем. Вот этот ряд. Так, Пуся пришла хрустеть, ну как всегда. Это хруст, это у меня кошечка за экраном. Кушать пришла на балкон. Что я делаю? В процессе вязания я считаю, конечно же, эти элементы. Вот я их еще сейчас не разгладила. Я их просто считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дошла где-то до 8 элемента. У меня остается вот такое расстояние где-то, да? И я приблизительно по петлям посчитала, как я попадаю в эти в 12 вот этих своих штучек или нет. И у меня получилось так, что у меня большее количество столбиков, и петли у меня останутся лишние. Что же делать в этом случае? Ну вот, посмотрите, здесь вот немножко стянулось при разглаживании. Оно, конечно же, все будет ровненько лежать. Уж поверьте мне, сейчас я отпарю, вы это все увидите. Где-то я пропустила воздушку, не провязав в нее столбик. Можно провязать столбик с общим основанием, вернее, с общей вершинкой, то есть как бы два столбика вместе, чтобы эти петли у нас убрать, да? Вот. Где-то я провязала, мы вот вяжем с вами 12 столбиков, поворот потом делаем. Где-то я провязала 13 столбиков и сделала поворот. Ну, то есть подгоняю под размер, чтобы у меня вот этих элементов получилось 12. Когда мы будем вязать следующий ряд, это уже вообще не будет заметным. То есть не пугайтесь, то есть все у вас будет красиво. И вот таким образом я выхожу на финишную прямую. Мне остается связать только один элемент. И приблизительно вот сейчас посчитаю, сколько тут у меня столбиков получится. Так,
Раз. Два. То есть свободное вязание. Это, конечно, не фриформ, но я к чему? Что не пугаемся, вяжем и получаем красоту. Вот где-то я сейчас пропустила столб, эту петлю, вот не провязала в нее столбик. Потому что мне осталось связать последний вот этот элемент. Мне нужно, чтобы у меня их было 12. Теперь вот прохождение вот этих вот галочек. Я вязала вот сюда, вступая, а я имею в виду, вязала вот эту сторону. А вот сейчас посмотрела, попробовала и сделала вот так вот, смотрите, не сюда, а вот прям под вот эту галочку. И провязываю столбик с одним накидом. И на мой взгляд, вот так намного красивее получается. Видите? Прям четкое, ровное вязание. Вот здесь я так провязала, а здесь вот вступала в нее. И получилось не очень хорошо. Ну, не буду перевязывать. А для вас, как бы, смотрите, что можно сделать и так провязать. То есть, не бойтесь экспериментов. Не бойтесь свободного вязания. Так, смотрю в камеру. То есть, что я тут уже навязала? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, здесь получится гораздо, наверное, даже не 13. Сколько получится, столько и получится. Но нам нужно выйти на 12 вот этих элементов. Так, ну а здесь прям вот что сделаю. Вот так вот сделаю. И здесь у нас на скос пошло. Все. Последний прям вот так зацеплю. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ну, 13. Ничего страшного нет. Где-то мы не провязали, где-то сократили. И теперь вот последний наш элемент. 2. 3, 4, 5, 6, 7 воздушек. Раз, два, три, четыре, пять. И вот сюда. Пуся, нельзя сюда. Пусечка, ты хочешь в кадр, я знаю. Девочка моя. Смотрите, что происходит. Сейчас закрою ее. Убирай свой хвостик, иди. Вчера гуляли в лесу, когда ходили в иголочку. Я, наверное, отдельно смонтирую это видео. Там много интересных моментов. И, кстати, в иголочке, может быть, включу в это видео, я рассматривала манекены. Девочки, цены аховские. Это как бы вот магазин «Иголочка» для меня это как экскурсия пощупать, а купить в интернет-магазине. Так, ну давайте здесь еще вот такой вот столбик провяжем. Сейчас посмотрим. Нет, некрасиво. Видите, как я чисто по интуиции, особенно вот в таких вот обвязках. И что хочу сказать. Я покажу вам эти цены на манекены. Конечно же, лучше приобрести манекен, даже не для ирландского кружева, а вот для вязания вот этого топа. Сейчас мы закончим с этим мастер-классом. Я покажу вам, как я вообще вязала вот это, как я рассчитывала. Все при помощи манекена. И это очень удобно. Но покупать манекен за 11 тысяч я, конечно же, вам не буду рекомендовать даже это. Я просто покажу вам эти манекены. Если у кого есть магазины и вы сомневаетесь, сходите в магазин, просто пощупайте, посмотрите, что это такое. И постараюсь найти ссылку, где я покупала манекен. Я покупала его года 2, наверное, назад. И
по достаточно демократичной цене. 2800 или 2700, что-то такое. Мы поехали, мы его заказали и поехали в магазин, забрали. Ну, 2800 отдать, и для удобства вот вязания таких вещей, для вязания ирландского кружева, это, конечно же, не 11 тысяч, согласитесь. Поэтому вот кому интересно, кто заинтересовался манекеном, я найду ссылочку на дешевый манекен. Что у нас вот сейчас здесь получается? Нам здесь нужна вот прямая линия, да, которую мы потом тоже красиво обвяжем. И отсюда где-то пойдут у нас вот эта обвязка, которая пойдет на бретельки. Ну, кто смотрел первое видео по вязанию этого топа, тот знает, о чем я говорю. Ну, приблизительно у нас здесь сейчас это получается. Не смотрите, что здесь сейчас некрасиво. Все это вытянется, обвяжется и будет хорошо. Так, и вот мы связали этот ряд. То есть у нас уже что получается? Первый ряд воздушки, второй ряд у нас были столбики с накидом, потом наша треугольная сеточка и вот этот ряд. Короче, вяжем следующий ряд. Начинаем вязать. У меня сейчас это изнанка. То есть этот ряд у нас вяжется по изнаночной стороне. Ну, здесь, собственно говоря, такая обвязка, что она не будет видна. И все-таки вот этот столбик, я, наверное, его немножко сейчас изменю. Мне нужно немножко выровнять. Сейчас посмотрю. Как-то оно... Вот так вот методом, как говорится, проб и ошибок, вот так, наверное, ровнее. Не нужен этот столбик был там. Короче, сейчас попробуем. Сделаем разворот. Раз, два, три. Раз, два, три. И еще три. Раз, два, три. Теперь вот сюда соединительный столбик. И здесь у нас пико. Сюда вяжем пико. Раз, два, три, четыре воздушные петли, накид. И где-то я вот даже не считаю эти столбики. По центру вот этой вот грани провязываем столбик с одним накидом и сверху провязываем пико. То есть три воздушные петли и делаем пико. Раз, два, три, четыре воздушные петли. И теперь вот здесь вот по центру тоже вот цепляюсь и вяжу столбик без накида. Теперь три воздушные петли и сюда же в эту точку соединительный. То есть такая пико в основании вот этого места, да, раз, два, три, четыре. Накид на крючок. Опять ищу где-то серединку грани вот этого элемента. Провязываю столбик с одним накидом. Три воздушные петли. И сюда же над этим столбиком делаем пико. Опять раз, два, три, 4. То есть такт такой. 4 воздушки, столбик с накидом, пико. 4 воздушки, столбик с накидом, пико. Это как бы моя обвязка. Не та, которую вы видите на схеме. Кому нравится та обвязка, она идет без вот этих столбиков с накидом. Она более такая воздушная. Но она воздушная, но она более и подвижная. Почему я вот сюда добавила вот эти столбики? Чтобы моя обвязка была... Вот она.
Ну, как бы вот эта обвязка сидела более, не знаю, как сказать. Короче, не была такой хлипкой, не была подвижной. Поэтому я прибавила вот эти столбики с накидом. Там их нет. На схеме, кому нравится так, вяжите, пожалуйста, как на схеме. Это, как говорится, на вкус и цвет, товарищи, нет. Так, и вот пеку. Опять 4 воздушные петли. 3, 4. Попробуйте, может быть, вам подойдет не 4 воздушки, а 3 воздушки. Это же опять. Все надо смотреть, все надо щупать. 3 воздушки и сюда. Сюда же соединительное. И вот таким образом мы обвязываем наши элементы. Накид, столбик с накидом. Над столбиком провязываем пику из 3 воздушных петель. Вот. Раз, два, три, 4. Накид сюда. Сначала столбик. Раз, два, три. Сюда же. Над этим столбиком пику. Раз, два, три, 4. Накид. Столбик. Над столбиком пику. И раз, два, три, 4. Теперь ищем где-то центр между нашими элементами. Столбик без накида. 3 воздушки. И сюда же в эту точку соединительную петлю. Ну вот, в принципе, и все. Давайте посмотрим, что у нас тут получается. Да, здесь вот выровняется обвязочкой. И вот таким образом движемся к концу ряда. Думаю, что это понятно. Уже вырисовывается у нас красота. Короче, движемся к концу ряда. Итак, дошла я до конца ряда. Присоединилась. Вот здесь, я не знаю, раз, два, три, 4 столбика от основания. Это вот под грудью идет вот эта наша обвязка. Сделав как бы вот наклон, потому что у нас идет вот такая вот линия под наклоном. Теперь еще немножко продвигаюсь вперед, чтобы сделать как бы подъем для следующего ряда. Не знаю, пару столбиков там, наверное, хватит. Сейчас посмотрю. И мысленно проводим вот так линию. И будем вот этот столбик мы пропустим, а дальше идем воздушками. То есть переворачиваем вязание. Теперь мы на лице. Это у нас лицо. И делаем... Соединяем наши элементы. Этот ряд будет полностью состоять из воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну, 6, наверное, 7. То есть нужно немножко прикладывать и смотреть, как вам. Хотя бы в начале ряда. Ну вот 7 нормально. Теперь мы должны, мы здесь будем идти, чтобы вам было понятно, вот по вот этим крайним точкам. Вот эти мы трогать не будем. Нам нужно вот так вот прямо соединить наши вот эти красивые, этот ажур, по верхним точкам. Там у меня, по-моему, по 12 петелек идет. Раз, два, три, 4, 5, 6,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Сейчас проверю. Верхнюю точку пико вступаем и вяжем столбик без накида. Да, по 12 петелек. Короче, здесь все просто. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Верхняя точка, столбик без накида присоединили. И таким образом идем до конца ряда. Вот такие воздушки и столбик без накида в верхнюю точку пико. Итак, дошли до конца ряда. В последнее соединение я сделала 10 воздушек. Просто посмотрела, что вот у меня идет же здесь на сужение. Здесь же прямая, то есть вот так. Поэтому в последнем соединении я сделала 10 воздушных петель. На этом этапе я отрезаю ниточку, то есть протаскиваю и отрезаю. Почему я так делаю? Потому что следующий ряд обвязки, как мы видим, вот он, мы вот сейчас вот в этой точке. То есть это столбики с накидом под наши проделанные только что арочки. Он вязался у меня здесь по лицевой стороне. Если мы не обрежем нить, мы повернем вязание, и мы будем это вязать по изнаночной стороне. То есть у нас получится этот столбик с лица изнаночным. Поэтому я отрезала ниточку. Это вот, наверное, единственный обрыв был в этом месте, чтобы все вот эти наши столбики с накидом были, вязались по лицевой стороне. И, естественно, мы переходим вниз вот сюда и начинаем обвязывать вот эти наши столбики. Ну, давайте приступим, чтобы они шли по лицевой стороне. Цепляюсь я где-то вот здесь сразу, чтобы у нас был подъем. Так. И пошли обвязывать. Здесь я делаю под арочки. То есть не в тело вступаю воздушных петель, а под арочки. 3, 4, 5, 6, 7. Ну, в первой секции, наверное, сколько? 7 я провязала. Ну, давайте еще 7. И, наверное, здесь хватит. 9 столбик вот прям вот сюда вот вступаю в наш столбик без накида предыдущего ряда, и под следующими арочками, я это точно помню, я провязывала по 12 столбиков с накидом. У нас было там 12 воздушек, провязываем 12 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, по-моему, я провязывала вот прям вот так.
Да, столбик. Чтобы у нас немножко сужалось полотно. И последний ряд мы еще сузим. И вот так идем до конца ряда. То есть здесь мы провязывали в тело воздушек, а здесь мы под арочки наши. Тут намного проще так вязать. По 12, то есть 10 столбиков с накидом, 12 в столбик без накида предыдущего ряда, где у нас было соединение. Таким образом идем до конца ряда. Итак, дошли до конца ряда. Вот наша последняя арочка, которая была из 10 воздушек. Я ее не обвязываю полностью. Мне нужно сделать вот эту прямую линию. То есть часть этих воздушек пойдет на вот эту сторону, чтобы у нас здесь получилась более-менее прямая линия, которую мы потом тоже будем, конечно же, обвязывать. Поэтому здесь я сделала буквально, давайте посчитаем, 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. Вот так вот. И теперь нам нужно сделать разворот к следующему ряду. Он будет идти у нас по изнанке. Мы сейчас будем вязать с вами вот этот ряд. Вот он. Вот эту нашу треугольную сеточку. Я сейчас напомню, как мы ее вязали. Но мы уже умеем ее вязать вот здесь вот. Ну, может быть, кому-то нужно начало. Давайте покажу. Итак, развернули вязание. Вот эту ниточку я ее и привязала, но этого недостаточно, потому что здесь столбики с накидом, все рыхло. Она при стирке высмыкнется, поэтому иголочкой потом ее, конечно же, нужно получше заправить, чтобы все было аккуратно. Раз, два, три. Это мы петли подъема сделали. Теперь 2 накида на крючок. 1, 2, 3, 4 в пятую. Первый столбик провязали полностью. Столбик с двумя накидами. Теперь делаем 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида на крючок. В эту же. 1, 2. Не до конца довязали. Еще 2 накида на крючок. Опять пропускаем. 1, 2, 3, 4, 5. В пятую вступили. Провязываем столбик с двумя накидами. И теперь все наши столбики. Вот такая конструкция у нас получается. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида на крючок в эту же точку. Столбик с двумя накидами не до конца. 2 накида на крючок. 1, 2, 3, 4 в пятую. 1, 2. И все провязываем вместе. Ну, думаю, что это понятно. Мы это уже умеем. Вяжем нашу треугольную сеточку до конца ряда. Итак, практически дошли до конца ряда. Мысленно продолжаем вот эту линию, которую нам нужно вот здесь вот закончить. И смотрим, сколько там нам нужно сделать воздушных петель. Я думаю, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Сейчас посмотрим. Да даже 5, а может быть и 4. То есть все это уже по ходу дела. Смотрим, как это сделать красиво. Ну вот, наверное, 4-5 петель. И присоединяюсь вот сюда в наше тело столбиком без накида. Дальше еще несколько столбиков, 2-3, ну давайте 3, это как петли подъема. Переворачиваем вязание, и мы попадаем
как раз на лицо. То есть нашу сеточку, вот эту треугольную, мы вязали по изнанке. И все у нас получается правильно. Все вот эти ряды столбиков с накидом у нас идут по лицевой стороне. И мы выходим на финишную прямую, последний ряд. Это ряд столбиков с накидом и пико. То есть я делала так. И нам немножко нужно сузить наше полотно. То есть это была область груди. Здесь нужно было нам немножко расширение. Дальше вот это, чтобы у нас хорошо лежал топик, сидел на теле, да, нужно этот ряд немножко сузить. Как мы помним, здесь у нас 5 воздушек было. Но мы будем провязывать не 5 столбиков с одним накидом, а 3 столбика с одним накидом, чтобы нам сузить наше полотно. И одновременно будем вязать наше пико. Раз, два, три. Дальше я делаю, смотрите, как накид. И вот прям вот так вот захват. Столбик с накидом. И здесь я сделаю пико. Раз, два, три. Делаем правильно пико. Вот захват за 2 петли. Вытащили. Сейчас нитку размотаю. Так. Вот уже солнышко как высоко. Уже больше часа я снимаю. Вчера начала снимать этот мастер-класс. И вот продолжаю. Накид на крючок. Вот наши эти арочки. Я провязывала в них по 3 столбика с одним накидом. 2, 3. Повторюсь, чтобы сузить наше полотно, чтобы оно хорошо лежало у нас по фигуре, сидело. Так, накид. Теперь вот под этот треугольничек провязываю столбик. Смотрите, как красиво лежит. И над этим столбиком пико. То есть все просто. Под арочку 3 столбика с накидом. Под треугольничек еще один столбик. И над этим столбиком делаю пико. Раз, два, три. И под вот сюда вот так столбик. И над этим столбиком пико. Два, три. И делаем пико. И так идем до конца ряда. Итак, довязали мы последний ряд до конца. Как раз вернулись в нужную точку. Это место возле горловины. И я попробую сейчас обвязать, немножко выровнять вот это все. Просто столбиками без накида. Конечно, потом еще будет обвязка. Ну, чтобы немножко аккуратнее сделать здесь край. Тем более мы пришли в нужную точку. Давайте попробуем это обвязать. Совершенно произвольно. Смотрим, как у нас ложатся петли. Сколько столбиков сделать, чтобы и лишнего не провязать, и не стянуть очень полотно. Хвостики все заодно привяжем. Вот таким вот образом. Столбиками без накида идем, как говорится, куда придется, куда упадет наш крючок. Произвольное вязание. Потом отпарю и посмотрю. Не понравится. Перевяжу.
понравится, оставлю. Я совершенно здесь ничего не считаю. Просто иду столбиками без накида. Итак, вот такая красота у нас уже вырисовывается. Я сделала обвязку вот столбиками без накида вот здесь и уже прогладила полотно. Посмотрите, какая красота у нас вырисовывается. Все очень красиво, очень аккуратно. Думаю, что топ будет необычайно красивым. Я надеюсь на это. Если вам понравилось, жду ваши комментарии. Особая благодарность, если поделитесь этим видео в своих социальных сетях. Пусть как можно больше народу увидит эту красоту и, возможно, все это свяжет. Ну а на сегодня я буду заканчивать свое видео. Посмотрите, какая у нас стоит замечательная погода. Вчера мы очень хорошо прогулялись по парку. И я думаю, сниму это влоговое видео с походом в магазин «Иголочка». Там много интересного, но это будет уже другая история. А на сегодня я буду с вами прощаться ненадолго. Всех люблю и до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.